Лёр, смотри, пойдём, пойдём. Привет, привет. А мы скучали. И мы скучали. Ряд мероприятий, связанных, опять же, с обстановкой эпидемиологической. То есть было проведено тестирование. Да, после этого команда прошла ОМО 30 числа. И 1 числа, уже после того, как все получили допуск, мы приступили к тренировкам. По физическому состоянию, конечно, сейчас на данный момент вопросы по поводу функциональной формы. Но это нормально, да. Мы считаем, что сейчас на данный момент мы просто получаем информацию в течение нашего тренировочного вот этого процесса, да, и уже после этого будем корректировать действия и индивидуального программы каждого из игроков, и, естественно, команды в целом. По моему лицу, мне кажется, видно, какое у нас начало сборов. Втягиваемся, сегодня 4-й день, начали потихонечку, но тело болит, ноги не слушаются, походка поменялась. Все по плану. У меня очень много впечатлений сейчас, много нового, много интересного. В принципе, впечатление хорошее, много желания тренироваться и влиться поскорее в эту команду. Мы начали уже со второго дня работу на вечерних тренировках с мячами. Вспоминаем, как говорит тренер, ознакомление с мячом, знакомимся снова. Травмы были у нас у двух игроков, это у Котикова, да, и Тани Кадочкина. До того времени они прошли реабилитацию в центре в Ярославле. Вот так вот. И сейчас на данный момент находятся в хорошем состоянии, нормально. Сейчас они уже работают в общей группе, в принципе, они уже в конце сезона работали в общей группе. А в июле мы работаем здесь, в Казани. Сейчас основное место работы – центр волейбола и стадион «Грузия». Рады тренироваться уже в команде. И настрой, как обычно, боевой. Еще, конечно, до игр очень много времени, очень много у нас работы. Но в целом все хорошо. Первые тренировки, ну, в принципе, мы очень быстро втянулись, влились, уже взяли мячи. Ну, тяжеловато, но можно справиться. И чем скорее мы вольемся, тем лучше. Я была в центре, в знаковых местах, типа Кремля, набережной. Пока что мне очень нравится. Вся красота на Динамо ТВ. Подписывайтесь на наш канал.